Mixed Nutrition. Islav.ru. Я Александр Тимошенко и... Оксана Альма. Оксана как? Альма. Альма? Я. Оксаночка, скажи, пожалуйста, какими, так сказать, судьбами ты оказалась в Германии? У меня мама немка, папа русский. И так как родители моей мамы немцы были, сюда приехали. Шпейтаузитель называется. Вы сами приехали или как-то... Дело в том, что я имею непосредственно, я живу в Калининграде. Калининград – это бывший Кёнигсберг. Да. Восточная Пруссия. И у нас тоже очень много и из Казахстана, и из Киргиза, из Киргизии много немцев. Да. Этнических. Ты тоже этническая, получается, немка. И давно ты здесь живешь? Я 10 лет живу сейчас здесь. 10 лет? Да. А чем ты занимаешься? Я вообще-то работаю в фитнес-студию, но в моем хобби я очень с удовольствием хожу на спорт. Я по-русски забыла уже, как говорить. А говорит. Ты говори перемешку, неважно как, да? Все равно суть. Вы поймете, да? По глазам все понятно будет. Ясненько. Ну, я в моем хобби очень верно занимаюсь спортом. Вот я вчера тебя у Матиаса увидел, да. Каким Андро, твои фотографии. Да. И сегодня пришел, я с тобой уже фотографировался, ты видела или да. Не видела? Да, я видела. Запомнила, да? Да. А потом вот видишь, сейчас решил подойти, но под оконцовку. Думаю, с такой красивой девочкой, и не это самое, я не я это буду, потому что, как бы, это мой, как это сказать, короче, моя специальность. Я немножко этим делом увлекаюсь в России. Вот. И когда вижу красивые черты, не только лица, но и всего остального, волей-неволей я притягиваюсь. Здесь ты работаешь по договору или являешься лицом Best Body? Я являюсь лицом Best Body. Best Body на постоянной основе, да? Да, То есть ты как на контракте? Да. И как ты считаешь, форма... как это? Соответствует содержанию? Да. Соответствует? Да. Ты понимаешь мой вопрос? Я понимаю хорошо этот вопрос, и да. Понятно. Мое мнение, что да. А как вот смотри, сегодня много павильонов, да? Есть павильоны, которые притягивают внимание. Вот сегодня до обеда, скажем, до 3 часов, и ваш павильон в том числе притягивал внимание. В том числе благодаря твоей внешности, я могу так конкретно сказать. Есть какая-то связь еще, скажем так, для германского посетителя и из других стран, повод какой-то еще, помимо увидев такую красотку, как ты, чтобы подойти именно павильону Best Body? Ну, Best Body не только из-за меня хороший. Best Body очень продуцирует хорошие продукты тоже. Что я очень много других продуктов пробовала, но мне они не очень нравились. И поэтому Best Body имеет правда хорошие продукты. Айвайс. Как он по-немецки называется Айвайс? Скажи мне. Я не буду тебе говорить, ты говори как по-русски ты. По-русски имею в виду. Не надо по-русски, все поймут. Говори как ты говоришь, и будет все хорошо. Будет естественно все. Окей. На, это чересчур. Сама ты что кушаешь? Я кушаю, сейчас у меня идет Aufbaufase. Что? Aufbaufase. А пальцем тут можно показать? Давай в витрине, если хочешь, подойдем, покажем. На, Aufbaufase – это когда надо поправиться. Ты худая? Мне никуда, мне надо поправиться, мускулы поправиться. То есть тебе нужно набрать мышечную массу? Да, genau. А для чего? Для того, чтобы потом мне... Для, потому что у меня майстершафт будет в сентябре. Что у тебя будет? Майстершафт. Соревнования. Соревнования? Да, соревнования. А ты в какой федерации соревнуешься? Восточно. Нет, я имею в виду EFBB. EFBB я уверен. Ну, ты знаешь, кто с тобой стоит? BFF. Самый близкий друг немецкой федерации и ее президента Эрика Янгера. Да? Не, у меня даже виза немецкая. Понимаешь? Да? Потому что я друг немецкой федерации. Да. Как это? Мы всегда дружим. У нас очень хорошие отношения. А, ну это хорошо. Да. Нет, я ВФФ, знаете ВФФ другое? Знаю, это Хоффмана. Да, genau. Я там участвовала, первое свое впечатление там я делала. И когда? Я выиграла там. В том году я делала. Ну ты должна
Дина понимает, что там вообще, если у нас это... соревнованиями назвать трудно, то да. назвать ВФФ соревнованиями как бы невозможно. Это все-таки шоу. Но это просто для тренировки было у меня. Для тренировки? Не то, что это серьезно приняла. А ты там в какой выступала? Перформанс? Что ты там выступала? В какой категории? Бикини-класс. Бикини-класс? У них теперь так прямо называется бикини-класс? Да, бикини-класс. У них как-то по-другому раньше было. Не бикини-класс. Бикини-класс? У них бикини-класс есть, потом фитнес-модель, бикини-модель и... А, и мэн-физик. Да. Понятно. А вот вы в Бибите перешла и хочешь выступать в бикини? Да. В бикини? Ну, я уже в том году начала в Биби. Я в Норд-Дойче делала мастер-шоп гамбургеры. Дело в том, что я тебе открою большой секрет. Я не очень разбираюсь, какие соревнования, которые проходят конкретно в Германии. Да. Просто я знаю, что в мае месяце у вас будет сейчас чемпионат Германии. Но я в этом сезоне не участвую. Я не успеваю, да? Нет. Я буду... А ты хочешь осенью? Да, осенью буду. В том году я выиграла уже в гамбургере. Первое мое соревнование. Первое место заняла тоже в ИФБ. Мне не понравилось, я буду сейчас дальше этим заниматься. Тебе кто-нибудь говорил, что у тебя очень очаровательная улыбка? Да? Да. Ой. У меня два зубчика торчат, как этот, как цыпленый. Как кролик? Кролик, да. Нет, тебя да. не торчат. Нет? У тебя все хорошо. Окей, на спасибо. Кролик это меньше всего похоже. О, спасибо большое. А вот нормальную еду ты кушаешь или нет? Нормальную еду. В каком смысле? Ну как нормально. Курицу, яйцо. Конечно. А что именно? Курицу, яйцо, как ты сказала. Да? Рис. Рис. Да. Ясненько. А вообще, какие у тебя планы? То есть, вот выступишь ты на Германии, дальше что? Вообще, моя цель – это в Америке выступать. В Америке? Потому что американские девушки для меня – это… Кто именно? Кто именно? Вообще-то, я фанатка Ларисы Райс, но это чересчур большой. Она выше, она не бикини-класс. Лариса Райс – это да. фигура. Да, но она мне очень нравится, поэтому она мой форбит. Но, она мне... бикини кто нравится? Бикини? Ой, да их там тысяча. Какие не, я всех знаю, ты хоть одну назови. Дело в том, что сейчас Левис. Я тебя проверяю. Левис еще гур. Кенди Левис это... Она бикини. Это Кенди она... Левис это фигура. Как вы говорите? Негритянка Кенди Левис. Най, Мишель Левис. А, Мишель Левис? Да. Я понял. Она бикини. Понятно. Не буду спорить с тобой. Да. Она бикини, собственно, она же в этом году заняла где-то первое место. Я не хочу брать где, но вроде не в Олимпии, в Арнольде вроде она выиграла. В Арнольде выиграла Эшли. А Кать Лассен? Да. Да, не, да, не она. Где-то на первое место Хейнфаль выиграла в этом году. Она могла выиграть новозеландское про. А могла выиграть... Я даже сейчас не вспомню, там очень много соревнований победили. Больше всего. И жить ты хочешь тоже в Америке? Да, нет, жить я буду здесь. Здесь? У меня маленький ребенок. А ты понимаешь, что если ты будешь здесь жить, а не в Америке, ты никому там не нужна будешь на сцене? Буду. Я то же самое не нужна была в Германии когда-то. Ты что, а ты оптимист? Оптимист. Понятно. Да, в Германии. А сколько ребенку лет? 3 годика. Девочка, мальчик? Девочка. Девочка? Такая же очаровательная, как и ты? Да. Да? Конкурентка моя самая большая. Это Раша. Раша, Раша. Сейчас, секунду. Исклапру. Исклапру. Говори, Исклапру. А? А Исклапру. Исклап. Исклап. Да. You're welcome. По-немецки поругаться. Пусть поругается по-немецки. Как немецкий солдат. Здесь ты 3 дня подряд работаешь, да? То есть это отдельно или просто в контракт входит? Просто наши девочки немножко не понимают. Вот сегодня нет понимания, за что платят деньги вообще. Нет понимания такого. Ты можешь как-то объяснить, ну, что нужно для того, чтобы с тобой заключили контракт? Я 4 дня здесь работаю. Вообще, что нужно? Что нужно, это все приватно. Пусть мне пишут, и я туда договоримся. Я не могу это... Хорошо, я выключу камеру, может быть, мне пару слов скажешь, я без ссылки на тебя, может быть, что-то новое услышу. Можно будет так сделать? Можно. Понятно, можно. Все. Ну что, помаши ручкой. Давайте, хорошего дня вам. Хорошего дня.